Всем привет! Это третья заключительная серия о том, как сделать АКС-74У своими руками. Начинаем детализировать рукоять и ствольную коробку. Вклеиваем москитную сетку в выборку и отрезаем все лишнее. Из ПВХ-пластика нужно вырезать всю детализацию для ствольной коробки и приклада. Решил попробовать сделать задержку затвора из картона. Думал, получится хлипкая мягкая фигня, но нет, она получилась достаточно жесткой. Клеим все детали на свои места. У приклада это боковые накладки для тыльника и антискользящие ребра. ПВХ-пластик тоже нужно обработать наждачной бумагой, чтобы все выглядело аккуратно. Просверливаем отверстие там, куда будут вставляться заклепки. Если отверстия получились большие, то придется их клеить на космофен. Чтобы приклад держался в сложном состоянии, я сделал в ствольной коробке отверстие и вклеил туда заклепку с отпиленной шляпкой, а сбоку тыльника приклада просверлил такое же отверстие. Таким образом, при складывании в отверстие тыльника вставляется штырь, и он фиксирует приклад. Переходим к детализации магазина. Для него нужно вырезать все ребра жесткости.
У меня они почему-то получились разной длины, и их пришлось выравнивать. Узкий наждачный валик с этим отменно справляется. На задней части магазина имеется углубление. Его нужно сделать тем же наждачным валиком. В задержке затвора я просверлил отверстие под ось вращения, которой послужила заклепка под молоток. В ствольной коробке делаем аналогичное. Чтобы задержка не просто двигалась по оси, а имела позиции, как на оригинале, на ее конце нужно прибить небольшой гвоздь и укоротить его. Теперь задержка имеет три положения. Закрытая, с автоматическим режимом стрельбы и с одиночным режимом стрельбы, как в оригинале. Что-то я совсем забыл про прицельную планку. Вырезать детали будем из 3 и 8-мм МДФ. Склеивать их между собой я решил не столярным ПВА, а суперклеем, чтобы быстрее продолжить свою работу. Хорошенько промазываем место склеивания и ставим планку. Переходим к грунтованию всех составных частей автомата. Грунтуем магазин, приклад и ствольную коробку. От 20-мм ПВХ трубы отрезаем детали для мушки и газоотводной трубки. А из 16-мм трубки будем делать ствол автомата. Ну вот, дело и подошло к покраске. Берем матовую аэрозольную краску Vivido черного цвета и начинаем распылять. Потом высохнет, можно будет веревку снять и подкрасить там, где не получилось. Ствольную коробку я решил не подвешивать, потому что надо сначала прокрасить в труднодоступных местах.
Дадим ей подсохнуть, а потом докрасим все остальное. Нарезаем полоски бумаги для различных утолщений на стволе. Скручиваем вокруг него полоски и укрепляем космофеном. Канцелярским ножом отрезаем сегмент у обрезка трубы, который будет служить защитным кольцом мушки. Отмечаем на ПВХ-пластике саму мушку и вырезаем ее. Карандашом намечаем под нее место и ставим. Вот как выглядит ствол на данном этапе. К готовой мушке приклеиваем переходник, а с другой стороны газоотводную трубку, к которой клеим еще один переходник. Из ватмана я скрутил вороночку, которую затем утолщил несколькими слоями бумаги. Она послужит дулом автомата. Так как наш коллаж будет из сталкера, я решил его застарить. Для этого у меня есть вот такая вот серебряночка. Кисть и тряпка. Буду выступающие части красить методом сухой кисти, чтобы казалось, как будто он уже закален в боях, там его активно использовали, и он уже истрепался. Что, начинаем? Выступающие части просто вот так вот. Как бы царапаем, как и в реальной жизни. Застаривать нужно только ребра деталей и выступающие части, которые у оригинала при частом использовании со временем стираются. Клеим мушку к стволу. Время грунтовать наш ствол. Вот такой вот он получился. Наверное, заведу традицию на канале. В конце каждого проекта буду говорить самую тяжелую его часть. Что касается АКСУ, могу сказать, то, что самая тяжелая деталь для него была вот эта вот часть пламегасителя. Изначально я не знал, как ее делать, но пораскинув мозгами, я придумал способ создания этой вороночки. Надо вот его загрунтовать, потом покрасить, потом также ему придать потертостей. На оригинальном АКСУ из сталкера он весь просто серебряный, как будто его брали и наждачкой вот так вот терли. Но это не значит, что его можно просто серебрянкой покрасить. Нет, я его сначала черной краской побрызжу, потом только буду придавать потертости.
И финальным этапом сборки АКСУ будет соединение деталей между собой с помощью эпоксидки. Первым делом вставляем на место ствол. Клея не жалеем, но и слишком борщить не нужно. Все равно лишнее вытечет наружу. Нужно, чтобы прошло 24 часа. Именно за такое время застывает эпоксидка. После этого можно клеить цевьё к ствольной коробке. Остался финальный рывок. Надо покрасить рукоять, точнее полачить её. Никогда не направляйте в эту сторону баллончик, иначе вы забрызгаете всю металлическую часть лаком. А этого нельзя делать. Рукоять красим латексной краской шоколадного оттенка. При последующем нанесении лака рукоятка приобретет бакелитовый цвет. Друзья, если вам понравился мой АКС-74У, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждут еще очень много интересных проектов.